Установка Windows XP сервис пак 1 на старый ноутбук. Добрый день, дорогие зрители канала! Сегодня с вами SetMod, и в этом видео мы рассмотрим установку нашей операционной системы. Нашей операционной системы Windows XP, Windows HP, HR. Хер. Мы будем ставить его, друзья, на старый ноутбук HP. Мы будем ставить на этот старый ноутбук HP 620. Этот ноутбук должен потянуть Windows XP сервис пак 1, потому что так сильно хочется окунуться в прошлое и поставить именно Windows XP с обновлениями сервис пак 1. Посмотрим, получится ли нам его поставить, ведь душа так жаждет поставить на этот старый ноутбук, где 2 гигабайта оперативной памяти и жесткий диск на 120 гигабайт. Надеюсь, у нас все получится и мы развернем эту любимую, уже забытую, ностальгическую, всеми-всеми признанную эту операционную систему Windows XP. Для начала нам нужно включить ноутбук. Ноутбук не включается. В этом моменте нужно, друзья, подключить его к зарядке. Это ведь старый ноутбук, и батарея он уже не держит. Подключаем его к электропитанию. И теперь давайте нажмем нашу кнопку заветную. Теперь для начала нам нужно подключить нашу флешку в USB разъем. После того, как подключили вашу флешку, нажимаем эту кнопку, ноутбук запустился, и здесь нажимаем клавишу F9. Выбираем USB Hard Drive. Происходит загрузка с нашей флешки Windows XP. И выбираем First Part of Windows XP Professional SP1. Нажали, и этот момент истины. Программа установки, установка Windows. И это, надеюсь, быстро произойдет, и нашу флешку он загрузит, потому что так сильно мы ждем. Вот он самый момент. Библиотека DLL, и все это очень-очень быстро грузится. Черный фон, у нас в режиме IDE жесткий диск, и теперь мы просто наблюдаем. Надеюсь, у нас получится загрузиться именно сервис пак 1. Windows XP. Черный фон долго все-таки грузится, друзья. Вау! Я так думал, что он не загрузится, а в итоге он загрузился. Нажимаем клавишу вот Enter. И момент, когда он определяет наши жесткие диски. И вот он определил наш локальный диск C и локальный диск D. Давайте удалим. Нажмем клавишу D, удалить раздел. Enter. И нажимаем клавишу L на клавиатуре. В итоге неразмеченная область на локальном диске C. Нажимаем на него Enter и форматировать раздел в системе NTFS быстрое, чтобы было быстрое форматирование. Вы ведь не хотите очень долго ставить систему. Сейчас у нас происходит быстрое форматирование, и это намного действительно быстрее, чем было бы обычное форматирование. И вот он самый копирование файлов. Происходит копирование, создание списка, и вот программа установки копирует файлы. Это очень-очень быстро происходит, просто сидим и наблюдаем. Наше копирование подошло к концу. Подождите, пока будет. Так, здесь пишет, компьютер будет перезагружен через 12 секунд, 11 секунд, Enter. Я хочу быстрее его перезагрузить, чтобы быстрее началась наша установка. Теперь у нас загружается с нашего жесткого диска. И здесь логотип Microsoft Windows XP Professional. Мы ждем какое-то время, и этот момент истины. Ладно, давай ты уже подгрузись. Подгружайся, XP-шка. Черный фон. И сейчас наш запуск. Вот у нас наш запуск. Что-то долговатенько, друзья, все это происходит долговато. Новое оформление. Стандартное оформление ничем не изменено. Windows XP Service Pack 1 устанавливается. Осталось 39 минут, а пока он устанавливается, я, наверное, тихонько уйду. Пусть он сам, без меня устанавливается. А мы просто ляжем и поспим. Я ведь так сильно хочу поспать.
У нас появились языковые параметры. Давайте нажмем «Далее», «Далее». Здесь нажмем «Назовем любое имя». И здесь «Далее». Теперь здесь у нас происходит, здесь выбираем часовой пояс, чтобы время и дата была правильна. Теперь у нас здесь продолжается наша установка, осталось 32 минуты. Дождемся, пока полностью произойдет полное копирование наших файлов. Наше копирование подошло к концу. Теперь хочет наш ноутбук, давайте перезагрузим. Он автоматически должен перезагрузиться. Ждем перезагрузки нашего ноутбука. Вот наш ноутбук все же перезагрузился и повторно включился. Windows XP Professional. Для улучшения вида отображаемых на экране объектов Windows автоматически настроит разрешающую способность. Окей. А теперь у нас опять пишет, пожалуйста, подождите. Вас приветствует Microsoft Windows. Давайте здесь нажмем «Далее». Продолжим. Здесь нам нужно ввести имя учетной записи пользователей компьютера. Давайте добавим имя учетной записи. Сюда нажмем и введем имя. Лучше вводить на английском языке, чтобы не было никаких проблем. Поэтому обязательно вводите все ваши имена на английском языке. Если вам нужно добавить второго или третьего пользователя, то вводите. У которых ограничения будут, какие-то ограничения. А вот именно имя вашей учетной записи, здесь у нас права администратора. Далее нажмем и здесь просто кликнем «Готово». Теперь у нас должен подгрузиться наш рабочий стол, ожидаем применения параметров компьютера. И здесь у нас приветствие появилось. И вот у нас наш рабочий стол подгрузился. Давайте мои документы отправим на рабочий стол, отображать на рабочем столе, а также мой компьютер отображать на рабочем столе, чтобы видеть. И вот корзину мы переносим в левую сторону. Теперь давайте перейдем в свойства этого компьютера. И действительно, это Windows XP Service Pack 1. Мы его именно поставили с обновлениями Service Pack 1. Все как обычно, Windows XP. Давайте откроем пуск, панель управления. И посмотрим, что у нас есть. Установка и удаление программ. Никаких программных обеспечений у нас нету. Стандартное оформление. Ничем не претерпело изменений, как Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3. Все у нас стандартной темы. И даже рабочий стол у нас тот же самый. Те же фоновые изображения, те же заставки, то, что мы любим, то, что мы знаем, все как будто бы то же самое. Теперь давайте откроем пуск, все программы, и программы у нас те же самые, игры те же самые, стандартные, ничем не урезано, только обновление Series Pack 1. Осталось 30 дней до активации, обязательно нужно активировать Windows, без этого он заблокируется. Видим, что у нас загрузка центрального процессора 0%, но иногда на 2% поднимается. 86 мегабайтов оперативной памяти он потребляет. Довольно немного, да? Теперь давайте посмотрим, какие же у нас обновления безопасности. Обновления безопасности у нас все же присутствуют. Q147, 3 двойки. Именно это обновление безопасности присутствует. Теперь давайте узнаем версии. Версия 5.1, сборка 26.2.0, XPSP 1. Сервис пак обновления Windows XP мы установили на довольно старый ноутбук. И у нас все получилось, друзья. Если вам нужно установить именно Windows XP, то попробуйте поставить себе сервис пак 1. А можете даже поставить сервис пак 2 или сервис пак 3. И это Windows XP, друзья. Ностальгическая операционная система, которая ничем не изменена. Добавлено обновление сервис пак 1. И она на этом ноутбуке работает прекрасно. И установилась она без проблем. Подпишись, друг, подпишись. На мой канал ты подпишись. И оставь ты мне лайк, если видео понравилось.